Тебе, Свет. На, подержи. Ага. Вот так. Чарли! Привет, Чарли! Привет! Вот, беззаботный пес. Стоп. Стой, давай передохнем. Ага. Ой. Не баба, а вьючные лошади какие-то, честное слово. Ой. Ну что, теперь зато в магазин несколько дней ходить не надо. И Витька у меня любит, когда холодильник забит, чтоб дом полный чашей. Ой, мой Сережка даже спасибо не скажет. Еще и бухтит. Зачем это купила, зачем то купила? Зачем так дорого? Как будто мне одно это надо. Скорее бы уж на свою чертову машину накопил. Здрасте, девчонки. Здрасте, здрасте, Карпунга. О, ну вы затарились, красавицы. В район ездили? Ага. А мой лабаз, значит, игнорируете. Да Светке нужно было за обоями. Я заодно на оптовый забежала. А что же Витька не может тебя на машине своей подвезти? Сам-то рассекает, как король по поселку. А жена, значит, прислуга. Ох, не того короля ты выбрала. Не тому досталось. А что, твоему обормоту Ромке должна была достаться, да? Понесли. Ой. Ой. Осторожно. О, Витька твой уже тут. Зайдем? Сережа, наверное, тоже там. Нет, ты что, я пойду. Серег, как увидит, что я обои дорогие купил, разорется, сейчас придется еще обратно их сдавать. Все, пока. Значит, ты так посчитал. Ну, значит, я так посчитал. А что тебе, Иван, не нравится? Ты послушай, смотри. За материалы, за качество работы я отвечаю. Ну. Плюс, огромный плюс, то, что я всегда здесь, в доступе. Ну, а если тебе кажется, что это дорого, то нет проблем, приезжай в район, бери таджиков, они тебе тут настроят и свалят. Но, Вань, я тебе скажу, что за ними я переделывать не буду. Вить, разве я сказал дорого? Ну, что ты кипятишься-то? Ну, тогда по рукам. Да по рукам. Ну, все, Серег, доставай. Ну, вот и договорились. Держи. Погоди, подписывайте. Это дело надо предварить. О. Точно. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Привет, Люд. Чего вы тут делаете? Я смотрю, машина твоя стоит. Думала, может, подвезешь меня. Угу. Вообще-то у нас тут деловые переговоры. Угу. Но я вижу твои переговоры. Поехали, а? Женщина... Если бы ты знала, какой кайф ты сейчас обламываешь. Обламываешь нам церемонию подписания контракта. Да какая проблема? Люд, давай я тебя подвезу. Я его здесь не оставлю. Хватит. Накайфовался уже. Пойдем. Вить, ну что ты в самом деле, а? Бумаги я подписал. А все эти церемонии можем оставить до завтра. Ну вообще он прав. Контракт у нас, а значит что? Завтра на работу. А на работе надо появляться со свежей головой. Не трясущимися руками, правильно? Точно. Потому что работа – это что? Это святое. Варя, ты понимаешь? Ну, спасибо. Давай. Да.
Все, Людочка, домой? Да ладно, ладно, что ты. Сам справишься? Справлюсь, не маленький. Не-не-не, это... Чего не-не-не? Спасибо. Сейчас, подожди, Вить. Сиди, сиди, я помогу. Ну, сиди, я сам могу. Оп. Ну куда ты все, господи? Давай, иди на меня. На меня, на меня. Ну что, нормально я иду. Налево, вот ступенечки. Давай, давай, давай. Ступенечки, ступеньки, пеньки. Так, все, жена в сторону. Мужчина в собственный дом сам войдет. Мужчина. Так, прицел. Оп, 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 оп. Я занесу. Сереж, ну я же тебя просила. Ну нельзя ему пить, ты же видишь, чем все заканчивается. Ну, он мой начальник. Я работник. Скажет пить, придется пить. Начальник, как еще клиенты от вас все не разбежались. Витек, у тебя золотые руки, клиент его обожает. Не, ну серьезно, проспится, будет как новенький. Не нагнетай. Нормально все, все нормально. Ну, а если не нравится, приходи ко мне. Я не прогоню. Угу. Сейчас только его спать уложу и приду. Ты, главное, жену не забудь предупредить. Хорошо. Людочка, ты меня любишь, а? Люда. Людок. Людик, Людик, ты меня любишь, а? Людка, зараза, любишь меня или нет? Господи, а? Люблю, люблю, ложись уже скорее. Вот. Ты с ним прям как с маленьким ребенком. А мне б Светка уже скалкой промеж глаз зарядила. Будет ему скалка. Пусть только проспится сначала. Сейчас какой смысл? Повезло ему с тобой. Наверное. А могла бы за меня замуж выйти? То ты оно, что ни за кого, кроме него, не хотела. А сейчас? И сейчас. Спешишь куда-то? Я думал, ты меня чаем напоишь. Сереж, ты прости меня, мне к свекрови нужно. Детей забрать. А Тамара Никифоровна у нас женщина строгая, не любит, когда я опаздываю. Так я могу подвезти? Нет, спасибо, я сама. Люд, я к тебе еще зайти должен. В машине инструменты, расходники остались. Надо все подготовить к завтрашнему дню. Ну, ты делай, как знаешь. Хорошо. Сереж, ты дом-то часом не перепутал? Свет, да он мне помог Витю домой довезти. Ну, а что, я должен был в кафе одного оставить? Помог? Молодец. А Димка сам не справился, да? Вообще-то он мой друг и начальник. Ладно, пошли. Люк, я по почте зайду. Хорошо. Что значит попозже? Ты что, ночью сюда собираешься? Не нарывайся на грубость, Свет. Здравствуйте, Тамара Никифоровна. Мамочка! Солнышко мое, привет. Ну, давай. А мы в садике новую песенку разучиваем. Замечательно, дома мне споешь. А Дениска где? Он наказанный, в чулане сидит. Набезобразничал, потому и наказан. А Витя почему не приехал? Не смог. Тамара Никифоровна, я же вас просила не запирать ребенка. Сама детей не воспитываешь и мне не даешь. Это не метод воспитания. Дениска, выходи, домой пора. Мамочка!
Витька! Ты мой хороший. Я не виноват. Она сама разбилась. А она... Так, не она, а бабушка. Все, давай, собирайся. В следующий раз, чтобы Виктор за детьми приходил. Он не может, он работает много. Ну еще бы. Не семья, а прорва какая-то. Работает, работает, а тебе все мало. Здравствуй, Люд. Здравствуйте. Ну что у нас опять, да? На пленуме, значит, дебаты по вопросам воспитания, да? А тебе бы все шуточки шутить, а? Ну ни до чего нету дела. Нет, ну почему же? Я всегда. А впрочем, тебе виднее. Да, мне виднее. Дети совершенно невоспитанные. Да вы говорили это уже, Тамара Никифоровна. Так, скажите бабушке до свидания. Пойдем. До свидания, бабушка. Угу. До свидания. Том, ну чего ты ее постоянно прессуешь, а? Ну что, простить не можешь, что Витька без твоего согласия решил на ней жениться, да? Да. Не могу. Он бы мог институт закончить, юристом стать. А он унитазы ремонтирует. Ну и что? Юрист человеку один раз в жизни нужен, а вот унитаз... Ой, слушай, помолчи уже. Мам, давай на перегонки. А давайте, приготовились. На старт. Внимание, марш! Есть! Я вперед. На тениска! Милый, очки же у нас такие, а? Это мои. Здравствуйте, Петр Кириллович. Здравствуй, Людочка. Виктор Валерьевич Колычева, вот мы чьи. Вот как? Значит, дважды мои внучата. Нет, ты не наш дедушка. Глупо это, Ларка. Федор Кириллович маму в школе учил и папу учил. Вот и получается то, что они ему как дети, а мы как внуки. Здрасте, Федор Кириллович. Ну, передавайте Вите привет. Выручил старика. Я уж думать забыл, что у меня с водой перебои. Молодец ваш папа, ребятки. Ну, будьте здоровы. Обязательно передадим. Ну, будь здоров. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Лариска, иди сюда. Свет, зачем ты виниловые купила? Ну, я ж тебя простил, обычные, бумажные, что сложно было выполнить. Слушай, на тебя не угодишь. Из кожи вон лезешь, все не так. Мы для себя стараемся, хотелось как-то получше. Да, ты заработала на получше. Ты пашешь, вкалываешь, она деньги по ветру пускает. Сереж, ну что ты опять начинаешь? Ну, купил уже, обратно не пойду сдавать. Да просто с тобой не то, что на машину не накопишь, на велосипед даже не накопишь. Че так? Свет, что случилось? Ничего, подумаешь. На машину накупишь и будешь меня опять по врачам возить. Да куда скажешь, дай повезу. Слушай, мы у Вани пораньше хотим закончить. Поэтому тебе, наверное, самой придется все клеить. Ну или до выходных жди, тогда помогу. Ты чего? Я не буду больше ждать. Мы уже месяц ждем, тебе все некогда. Я Людку позову, она тогда будет помогать. Зови. Пора просыпаться. Дениска, а ну не хитри. Пора вставать. Почему вечно я первый встаю? Так же нечестно. Почему
ты сначала Ларку не будешь? Она же вечно купается. Ну, потому что ты старший. Ты же мальчик, да? Да. А солнышко уже встало, Ларочку разбудило. Я не хочу вставать, я спать хочу. Ну, как это так, не хочу? Лариска, мы в садик опоздали. Я не хочу в садик, я с тобой хочу. Ну, тогда бегом умываться и на кухню. Я там напекла оладьев. Люда, ты это... В общем, прости меня за вчерашнее. Вить, ты вот каждый раз извиняешься. А толку? Тебе самому не противно? Люд, ну я же, под забором-то не валяюсь. Последнюю копеечку не пропиваю, вон, как другие. А, ну, и на раз... Ну, выпью с перебором, с кем не бывает. Знаешь, а мне до других дела нет. А вот перед детьми нехорошо. И матери твоей врать приходится. Нет, а неужели без водки никак нельзя? Ну, значит, нельзя. Люд. Люд, ну, прости. Прости, Люд, ну, конечно можно. Я же не алкоголик, я в конце концов. Ну, хочешь, я с сегодняшнего дня не пью? Хочу. Все. А еще я хочу, чтобы мы наконец съездили и посмотрели участок. Ты мне давно обещал. Чего я тебе обещал? Не, ну, так вот всегда. Ну, Людочка, ну, подожди, стоп. Ты мне что обещал, когда Лариска родилась? Говорила, семейство растет. Обещал построить новый, большой, красивый дом. Правильно, с водой, с газом и с туалетом в доме. И с джакузи. Ты знаешь, я без джакузи согласна. Только вот Лариске 6-й год. А дом... Ну, ты вообще сейчас это к чему вспомнила? Я тебе еще на той неделе рассказывала, что я нашла участок. 12 соток в очень красивом месте и недорого. Нет, ведь главное, деньги у нас есть. И продавец ждет, когда мы придем. А ты либо работаешь, либо пьяный. Говорила. Говорил, я дурак. Люд, ну если тебе нравится, ну бери. Я всегда за. Главное, чтобы тебе хорошо было. Я не хочу! Пап! А дедушка Кириллович привет передавал. Он сказал, что ты молодец. Да, по дороге встретили. Совсем старенький стал. Не, ну ты видела? Ты слышала? Учитель говорит, что я молодец. Витенька, да кто спорит-то? Только... Все. Все. Я сказал все. Все. Пока. Варенье положить? Люд! Люда! Ой, привет. Привет, Светка. Куда несешься-то? Времени еще вагон. Да, прости, задумалась, даже не замечаю, что бегу. А что, с Витькой поругались? Нет, почему? Наоборот. Светка, чего такое? Ты спину застудила, что ли? Да нет. Да мы мебель вчера с Сережкой двигали. Наверное, потянуло просто. Слушай, я хотела обои сегодня вечером поклеить. Поможешь мне? Хорошо. Да. Пойдем. Девчонки, привет! Доброе утро! А Галь Симахина где? Да не приходила еще. Вчера ее не было. Может, заболела? Она предупредила. Лишь бы Коля опять не начал руки распускать. Надо зайти к ней. Ну, в обед сгоняем. Девочки, за работу! Да ладно, потом расскажу. Давай, работа. Thank you.
Девчонки, перерыв! Этикетчик опять сломался. Я пойду за Генкой схожу. Ну, уже четвертая поломка за месяц. А что с ним опять не так? А что ты хочешь? Техника-то бэушная. Ей уже утиль давно пора. Ну все, лапки подтянул. До конца смены, может быть, протянете. И то не гарантирую. Светка, иди встань на мое место. Я пойду к директору сбегаю. Нужно менять этикетчик, иначе скоро без работы останемся. Ну, сбегай, сбегай. Привет, Кать. Василий Петрович, у себя? Имею в виду, ВП сегодня злой. А что так? Не знаю, целый час с кем-то по телефону ругался. А у тебя чего? Да тоже ничего хорошего. Здравствуйте, Василий Петрович. А, Людочка, что там у тебя? Заходи, садись. А, да нет, спасибо, некогда. У нас этикетчик опять сломался. Что он все время ломается в твою смену, а, Колочка? Я давно говорила, что его нужно менять. Ему уже капитальный ремонт не поможет. Ну-ка, ты понимаешь. Наладчики докладывали, что он еще годика два протянет. Угу. Пусть они на нем и работают. Ты какая деловая. Не зря я тебя бригадиром назначил. А бригадир, Людочка, что должен? Норму выполнять. Бригадир, Людочка, должен иметь с начальством взаимопонимание. А если оно есть, то и проблем никаких не будет. Василий Петрович, не хотите проблем, купите новый этикетчик и дверь отоприте. Ох, нравишься ты мне, Колычева. Люблю баб с характером. Я вам один раз уже дала понять, что взаимопонимания мы не достигнем. А ты девочку-то из себя не строй, а то начальником цеха никогда не станешь. Куда ж ты денешься, Колычева? Ничего, понадобится еще Василий Петрович. Девчонки, перерыв! Слушай, пошли, успеем галки сбегать. Может, возьмем с собой кого-нибудь? Колька же он бешеный, особенно если выпьет. Сами справимся. Давай в окошечко сначала. А, давай. Галя! Так. Ну это опять Колька. Вот скотина, Господи. А? Девочки, вам лучше уйти. Люд. Я постараюсь завтра на работу выйти. Галь, да какая работа? Ты о чем вообще? Тебе в больницу нужно. Да надо в полицию заявить, чтобы этого Кольку уже скрутили. Ну какая полиция, девочки? Его там только пожурят, он меня потом точно убьет. Галь, он бьет тебя, потому что ты это позволяешь. Нет, ну в самом деле, написала бы заявление. Галина! Галя! А что здесь? А ну-ка давай, давай, быстро в дом. Я тут сам разберусь. Не надо, Коля, разбираться, девочки уже уходят. Да? Чего встали-то? Давайте, топать! Или что, помочь? Господи, поднимайся, Галечка! Ну иди ты, я сам разберусь! Ты разобрал, ты думал, он искалечил человека! Галочка, бедненькая моя! Алло, скорая? Серега! Опять на 2 сантиметра ошибся? А если бы я не проверил? Ну ты ж проверил! Ты всегда проверяешь. Так потому что ты все время ошибаешься. Наделали бы дырок, потом заделывай, сколько времени потеряли. Ну ладно. Привет, орлы. Как дела? Все нормально, по времени укладываемся. Ты поляну накрывай. Все. Том, принимай гостей. Ой. Люда попросила посидеть с ними пару часиков. Вот-вот. Как дерзите огрызаться, так она первая. А чуть что, посидите, дед с бабкой. Ну что встали, проходите. Деда, а давай ты лучше у нас посидишь. Там никто ругаться не будет.
А бабушка и не ругается. Просто за время работы начальником РАНО у бабушки выработался такой командный голос. Ну вот что ты такое говоришь, а? Том. Что? Ну а чем угощать детей будешь? Я не знаю, сейчас придумаем что-нибудь вкусненькое. Ну давайте. Не, я не буду. Что значит не буду? Вместе работали, а теперь я один должен отдуваться. Хорош. Ты что, ведь не хочешь пить, не петь? Посидеть, посиди, у вас. Конечно. Я же сказал, не буду. Да не, ну положено так наливать. А ты уж сам решай, пить, не пить. Ну. Чокнуться-то с нами ты можешь? Да. Ну, спасибо, мужики, за работу. Теперь хоть в кафе хорошее отопление будет. Вздрогнем. Сегодня особенно хороша. Не, вы только посмотрите, вид-то какой, а? Простор, поля. Кстати, вон там вот у нас озеро. Ага. А вон лес грибной. Рекомендую вам туда летом сходить. А здесь точно 12 соток? Ну, мы же не будем вас обманывать, девушка. Вообще, мы можем перемерить. Рулетка-то у меня всегда с собой. Ну, и потом, вы же паспорт видели на участок. Мы же не сами его придумали. Ну, давайте все-таки перемерим. Нет, если все так, как вы говорите, я готова внести задаток прямо сейчас. Хорошо, перемерим, без вопросов. Спасибо. А выпить я предлагаю за то, чтобы эти батареи грели тебя 100 лет. И чтоб ты нас вспоминал добрым и теплым словом. О, поехали. Витек. Я не понял, ты серьезно завязал, что? Ну, завязал, не завязал. Но сегодня я пас. Вон завтра еще стояки тянуть надо. Да ладно, когда тебя работа останавливала, так и скажи, что Людка запрещает. Ну, а. Ну точно, Людка. Попал ты под ее каблук. Все, старик, теперь тебя ждет полнейший контроль и учет. Ой, ну что ты, Люд, при чем тут Людка? Ну просто сегодня вон сборная играет, последний матч сезона. Ага. Хотел на трезвую голову посмотреть. Ага. Да. А это тебе тренер сборной звонил, да? Слушай, Вить, ну ты правда нашел отмазку? Ты сам мне говорил, что футбол без пива – это балет. Ну ладно, последний. И по домам. А то действительно футбол. Я предлагаю выпить за наших милых дам. Ну, не могу я. Ну да, я Людке обещал. Доволен? А? А. Старик, да плюнь ты, мало ли кому что обещать. А? Люд, что ты мне названиваешь, а? Да, понял. Трезвый, я трезвый. Витька, весь ты в отца своего. Им жена вертит как хочет. И твоя так же будет, поверь. Ты задрал. Че ты? Вот завтра с разметкой опять накосячишь? Я проверять не буду. И переделывать ты будешь за свой счет, все? Вить, ну... Дениска, пей нормально. Ну что, мои хорошие, вы наелись? Да. Ну тогда бегите к себе. Сказку сегодня читать не будем. Мне к тете Свете нужно сходить помочь. Вить, ты чего не в духе? На работе что случилось? Нормально все. Ну я же вижу, ты что-то не договариваешь. Зато ты много говоришь, особенно звонишь. Ведь я не пойму, какая тебя муха укусила. Я позвонила, чтобы ты детей забрал. Это что, преступление? А только дурака из меня не надо делать. Проверяла, пил, не пил. Я не Дениска, контролировать меня не надо.
слава богу. Степан, что стряслось? Самогонный аппарат, что ли, сломался? Беда! Кран у меня сорвало, вода по всему дому хлещет. Витенька, почитай, уже все залило. Помогай, а? За мной не заржавеет. Вить, может, Серега сделает, а? Я Свете обещала помочь обои поклеить. Серега, вон, еще работает. Да что он там сделает, Сергей-то этот? Витенька, Соколик, ну, обегли быстрее, пока дом-то совсем... Степан, не вздумай ему самогонку давать. Люда. Ты, ты что, милая, у меня и в голове такого не было. Побегли, побегли. Ой, Витенька. Ну вот, наш фронт работ. Ух ты! Да уж. Это круто. Ты прости меня, что я с ребятами, оставить не с кем было. Тетя Света, мы вам будем помогать. Ой, вот этого я и боюсь. А Витя-то где? А он к Степановне пошел. У той кран сорвало. Как всегда, вовремя. То понос, то золотуха у нее. Угу. Главное, самогона хватает за все расплатиться-то. Мама, я приклеилась! Господи, горе мое луковое. Лариска, ну что такое, а? Кто так делает? Эх. Люд, посмотри, ровно. Светка, сейчас иду. Ларисочка, пожалуйста, больше не лезь в клей, договорились? Лучше порисуйте с Дениской. А на обоях можно? Ни в коем случае. Можно, но только с другой стороны, с обратной. Идите на кухню, там карандаши. Что такое? Светка, сейчас. Чего такое? Садись. Мой Люд. Чего? Слушай, влипла, я прям не знаю, что делать. Так. Подожди, куда ты влипла? Ну-ка, давай быстро рассказывай все. Ну, в общем, купила я тест в аптеке на беременность. Ну и... Ой, Светка! Я поздравляю тебя! Ну, а Сережка что, знает? Нет. А почему ты ему не сказала? Да я боюсь. Уже аборт заставит сделать. Он вообще о ребенке слышать не хочет. У него же все по генплану. Сначала машина, потом пристройка, а дети так, следующие пятилетки. Ну, а ты? А я очень хочу. Ну, так и рожай. А Сережка уйдет? А без мужа как рожать? Господи, дурочка ты моя. Да никуда он от тебя не уйдет. Ну, может, там поворчит чуть-чуть. Но мужики, они все такие. Скажи ему обязательно. Обои поклеим, потом скажу. Так, Лариса, Денис, на кухне. Вам же сказали рисовать. Ребят, идите. Так, мы с ребятами тут много не наклеим. Слушай, позвони Витьке. Может, он кран уже починил, так придет, деток заберет тогда. Не хочу звонить, еще подумает, что проверяю. Иди давай сейчас звони, а то мы вообще до утра не управимся. Все, Степановна, готово. Да ну! Фирма дает гарантию 5 лет. Ну, если что, заходи. Спасибо тебе, Витенька. Золотые у тебя руки. И сердце доброе, отзывчивое. Ой. Убери. Убери, Степан, чтобы я не видел. Погоди. На поселке все знают, что Степан навсегда расплачивается за работу. Не хочешь деньгами? Возьми бутылочку. Степан. А там как хочешь. Степан, не надо. Хочешь выбрать, хочешь сам выпить, хочешь друзей угости. Все. Да. Люд, ну мы же с тобой договорились. Люд, ну что ты детьми прикрываешься? Все, давай дома поговорим, давай. Витенька, ну не отказывайся от благодарности, а? Ну, и самогон, зверь, горит почище спирту. Ну, в хозяйстве пригодится. Ага, печку разжигать. Ну,
зря я ему позвонила. Только еще больше его разозлила. Привет. Ну что, устали? Нет! Нет? Мы все обои поклеили и не устали. Молодцы, ну давайте идите умывать. Ведь я не пойму, чего ты сердишься на меня весь день? От того, что ты достала меня своими подозрениями и слежкой. За мной уже мужики смеются. Меня мнение твоих мужиков мало волнует. Я просто беспокоюсь. А ты не беспокойся. Сказал, больше не пью, значит, не пью. Мама, а к тебе можно? Ну, давайте, котята мои, только недолго, пока папа телевизор смотрит. Ура! Ура! Мам, а можешь сказку почитать? А какую сказку будем читать? Реки сильные берега и молочные речи. Ага. Я ее 100 лет знаю. А я не 100 лет. Ну, так что, будем читать или нет? Забыла, что ей приказывали, посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась, налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чистое поле, и только... Денис, окно!
Лиза, открывай окно! Тапки! Все надели тапки! Давайте! Пожарка, что ли? Тебе-то что? Давай ложись, ты же не пожарный. Погоди. Пожар! Колычевы горят! Господи, Витёк. Как же так? А где дети? Люд! А? Дети! Лариска, господи. Мамочка, мне страшно. Обними меня. Ты моя сладкая. А папа, папочка, иди. Люда, Людочка, давайте. Идите к нам домой. Здесь нет, все равно уже ничего не изменишь. Давай мы хоть детей заберем. Ну, простым уже. Вы идите. Идите к тете Свете, я приду скоро. Да. Не бойтесь ничего, идите. Все, все, пошли. Быстренько. Поселка могло сгореть к чертям собачьим. Где Витя? Детей Света увела. А Витя... Господи, простите меня, я не смогла. Простите меня. Никогда. Никогда я тебя не прощу. Это ты во всем виновата. Ты ему всю жизнь сгубила. И ты виновата в его смерти. Я проклинаю тебя. Тома. И не смей мне показываться на глаза. Не смей! Я видеть тебя не хочу! Мама! Люди! Люди кругом! Давай, иди! Садись в машину! Садись в машину! Я сейчас! Люда, ты ее... Прости ее! Не обращай внимания! Она вне себя. От горя. Ребятишек я к нам заберу, хорошо? Ни к чему им по чужим людям, хорошо? Thank you.
А где мама? Почему она с нами не поехала? Денис, мама пока у дяди Сережи с тетей Светой поживет. А вы с Ларочкой у нас. А папа? Я знаю. Наш папа там в доме остался. Как он мог там остаться? Дом же сгорел. Я к маме хочу. Ларочка, к маме нельзя сегодня. Она завтра обязательно придет. Ну что, пойдемте посмотрим, где бабушка, да? Ой. Деточки мои маленькие, сиротинушки вы мои. Мы не сироты, у нас мама есть. Бабушка, почему нам к маме нельзя? А вам что здесь плохо, да? Нет, мои хорошие, нет. Здесь будете сыты, обуты, а вашей маме даже покормить вас нечем. Я не хочу есть, я хочу жить с мамой. Не сметь кричать! Иди спать! Будете жить здесь! Я сказала! Том, ну зачем ты так? Ну опомнись, а? Ой, милая моя внученька, прости меня. Бабушка тебя любит. Бабушка тебя в обиду не даст. Валера, положи их сам. Господи, что я делаю? За что мне такое? Господи! Ну что, пойдем устраиваться, да? Кроватку застелим, одеяло достанем. Бедная Людка. Страшно так. Люди жили, любили, планы строили. И в один миг все прахом. Все под Богом ходим. Витьку жалко. Молодой, здоровый мужик был. Жизнь любил. А ведь он так и не узнал, что Людка землю под дом почти купила. Ему ж теперь все равно. Подожди, а ты это к чему? Да я... Да ты просто подумала. Да нет, это я так. Давай договаривай. Да я подумала. Если бы с тобой что-то случилось... Ты бы тоже не узнал, что у нас ребеночек будет. Что? Кто будет? Ребеночек беременная. Свет, мы же договаривались. Сначала ремонт, пристройку поставим. Машину выкупить надо. Нам пахать и пахать еще, Свет. Еще и с фирмой непонятно что. Это единственное, что тебя волнует. Сереж, мне 4-й десяток. Я ребенка хочу. Перехочешь. Ребенок сейчас ни к чему. Я не слышу. Понятно? Не слышу. Понятно. Вот и все. Давай спать. Завтра, чтоб к врачу. Фу.
Уснешь тут. Не спится, да, Люд? Не могу я спать. Как только глаза закрою. Господи, я как представлю себе, что было бы, если бы дети остались в своей комнате. Да чего ж теперь? Плачь, не плачь. Витьку не вернешь. А ты у нас крепкая, я знаю. Совсем справишься. Да и мы, если что, поможем. Поесть тебе надо. А то откуда силы-то, да? Господи, Сереж, о чем-то какая сейчас еда-то? Ну, хорошо, не хочешь сама. Давай Светке приготовим. А что, она проснется, а мы и завтра. Не, хорошая мысль. Давай. Сейчас главное, понимаешь, ну, не сидеть просто так, без дела. Отвлекать себя чем-нибудь. М? Что у нас тут? О, смотри. Фарш, яйца. Сейчас мы котлеток затеем. Люд, я что хотел спросить? А можно Витькина машина пока у меня побудет? Ну, просто там все инструменты, понимаешь, так удобнее, когда под рукой. Конечно, бери, раз надо. Спасибо. Нет, ты не думай, я деньжат подзаработаю, я у тебя ее выкуплю. Люд, ты как? Да, да, конечно. Сегодня поедешь? Поеду. Все лучше, чем дома сидеть. Правильно, тебе сейчас лучше побольше на людях находиться. Здесь хочешь, могу подбросить. Что-то я не припомню, чтобы ты меня когда-нибудь предлагал на работу подбросить. И тебе. Доброе утро, Света. Чего ты наезжаешь? Свет, ты завтракать будешь? У нас вот тут котлеты есть, пюре. Не хочу. А ты борщик приготовь на обед. У нас Сережа очень борщик уважает. Мы вообще-то для тебя завтрак готовили. Могла бы и спасибо сказать. Спасибо, Люда. Слушайте, я пойду, ладно, что-то есть мне не хочется. Приятного аппетита. Чего ты начинаешь? Что-то я не припомню, чтобы ты мне когда-нибудь помогал завтрак с утра готовить. Я человека отвлечь хотел. У нее вообще-то горе, если ты помнишь. Такой внимательный, такой заботливый. То, что я всю ночь прорыдала после твоих слов, тебе это не интересно? Опять о ребенке? Ну посмотри вокруг, где мы его растить будем? В этой нищете, что ли? Все, хватит. Тема закрыта. Надо люди какую-то обувь дать. Ну что, нам ночнушки на работу поедешь, что ли? Нет, мне ничего. Мы же экономим. На мне, на ребенке ничего нет. А не надо передергивать.
Здравствуйте. Доброе утро. Любочка, ты, может быть, пару дней дома побыла, а? В себя пришла. Ну, ладно. Ты ее так нарядилась, что ли? Потемнее ничего не нашлось? Что было, то и дала. Это платье единственное, которое по размеру подошло. Люд, Люд, да погоди ты, ну остановись ты. Да выслушай ты меня. Ну выслушай, я тебя прошу. Ну прости ты, прости, что я на тебя утром сорвалась. Я Сережке про беременность сказала. Мы поссорились, вот меня и переклинило. Ревела всю ночь, хочет, чтобы я избавилась от ребенка. Господи, какой дурак, а. Не слушай его. Дети — это единственное, что меня держит на этом свете. Люд, ты что такое говоришь, а? Ты это прекрати. Я понимаю, что тяжело, но отдержаться. Я тебе телефон принесла, Сережкин старый. Господи, спасибо тебе огромное. Я хоть Тамаре наберу, узнаю, как там ребята. Угу. Не отвечает. Слушай, а что с детьми дальше, как решила? Не, можно, конечно, у нас, но тесновато. Да я пока не знаю. Надо денег где-нибудь занять, угол снять. А ты с Петровичем нашим поговори. У нас же от завода общага есть. Ну, конечно, не Хилтон, но крыша над головой все-таки. Ага, разбежались. Я третий год в очереди стою. За куток, за печкой снимаю. А ты не сравнивай. Ну, конечно. Какие тут сравнения? Если бригадир, можно и по головам пролезть. Ира, у меня дети. А мне их даже завести негде. И что теперь? Все ждут, и ты подождешь. Ты только ее не слушай. У тебя муж умер. Какая тут очередь? Давай, иди к Петровичу. Сейчас прямо. Давай, давай. Заходи, Дудочка. Здравствуйте, Василий Петрович. Слышал о твоем несчастье, слышал. Чем можем, поможем. Да ты присаживайся. Давай Витю помянем. Хороший был мужик. Золотые руки. Добрый, работящий. Жаль его. Помощь я тебе от завода выпишу. Как погорельцу, не сомневайся. Спасибо. Чем еще могу помочь? Василий Петрович, мне нужна комната в нашем общежитии. Люд, это я не могу. У меня 20 заявлений, ни одной свободной комнаты. Ну, мне хотя бы на первое время. Что же мне с тобой делать, а? Хорошо, попробую что-нибудь придумать. Попробую тебе комнату выбить. Спасибо вам, Василий Петрович. Спасибо вам огромное. Ну что ты, Людочка, что ты? Я живой человек. А люди должны помогать друг другу. Ну не плачь, не плачь. Ну. Я тебе помогу, всегда помогу. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты мне очень нравишься, Люда, очень. Я тебе зарплату прибавлю. Начальником цеха назначу. Дура ты, дура! Куда ты денешься, Колычева? Без жилья, без паспорта. А уволю и без работы останешься.
Ты правда по морде дала? Молодец. Ну и дура. Он же реально помочь может. Лёнь, здравствуй. А Дениска где? Его сегодня не было в школе. Как так не было? Валентина Тимофеевна, здравствуйте. А это правда, что Денис сегодня не был? Да, но я подумала, у вас такое несчастье. Вы решили, что... А где же тогда он? Ну, просто они сейчас у бабушки живут, и я никак не могу до нее дозвониться, и я не знала, простите. Сочувствую вашей утрате. Мои соболезнования. Елена Анатольевна, здравствуйте. Это Людмила Колычева. Вы не подскажете, а Лариса сегодня была в садике? Понятно. Василий Петрович, я на минуточку. Что ты хотела, Ира? Вы просили вам обо всем докладывать, что в цеху происходит. Ну и что там происходит? Колычева после обеда на работу не пришла. Вот как? А причина? Ничего никому не сказала, никого не предупредила. Ушла на обед и не вернулась. Я ее подменила. Молодец, Ирина. Не теряешься. А что остается делать? Людка то отпустит кого-то пораньше, то вообще разрешает на работу не выходить. Остальные вкалывай. И что ты предлагаешь? Новый бригадир нам нужен, Василий Петрович. На себя намекаешь? Я не подведу. Тамара Никифоровна! Денис! Лариска! Люд! Ты чего колотишь-то? Нет никого дома. Еще с утра уехали. А куда, вы не знаете? Они мне не докладывают. Заходи, чаем напою. Ой, да нет, спасибо. Я здесь лучше подожду. Ну, как знаешь. Светка, здорово. Помочь? Не надо, сама справлюсь. А, я вижу, еле тащишь. Ты ж баба молодая, рожать еще. Такие тяжести таскаешь. Куда Серега-то твой смотрит? А он не вникает. Как? В себя не вникает? А в кого он тогда вникает? Да пошел ты. Я-то пойду. Мне спешить некуда. А вот ты поспеши, а то не успеешь. Что ты мелешь? Куда не успею? Как? Глазом моргнуть не успеешь, а он уже в кого-нибудь и вникнет. Дениска! Мамочка, мой хороший! Ларка! Зайцы Люд, мои, ну как? Ты что здесь сидишь, мерзнешь, все а? Хорошо. Да испугалась я. Денис в школу не пришел, Лариски в садике не было. Вот прибежала. А мы за покупками ездили. Детям же носить нечего. Не в одеялок же их в школу-то отправлять. Мамочка, а у меня курточка. Я вижу, котенок. Очень красивая. Валера, помоги с пакетами. Это все? Нет еще. Люд, ты это за детей-то не волнуйся. Внукам с нами хорошо. А что ей волноваться-то? Мы накормим,
вырастим, воспитаем. И никому в обиду не дадим. Дениска, Ларочка, пойдемте деду поможете сумки. Ну, бегите, мои хорошие, бегите. Пойдем, пойдем. Ларочка, надо. Мы увидимся очень скоро. Пока. Не ходила бы ты к нам, Людмила. Только детям душу травишь. Вы не можете запретить мне видеться с детьми. А я и не запрещаю. Только ты не о себе, как всегда, а о них подумай. Тебе надо жизнь свою сейчас устраивать. Дети тебе только обуза. Я их заберу. Я как только жилье найду, я их сразу же заберу. Вот когда найдешь, тогда и поговорим. И вот так. Привет, Маша. Привет. Подсказать что-то, Люда? Мне черное платье нужно на похороны. Ты не можешь дать в долг? Я деньги потом отдам. Ох, что ты, я такие вопросы не решаю. Сейчас, погоди. Раиса Карповна! Ой, Людочка. Здравствуй. Здрасте, Раиса Карповна. У меня просьба к вам. Конечно. Что тебе нужно? Мы Витю завтра хороним. Мне бы платье черное в долг. Соболезную. Конечно, конечно. Я как зарплату получу, я сразу расплачусь.
Ну что ты, Люд, ей-богу. Ты ж с моим Ромкой с первого класса. Считай, не чужие друг другу. А как у Ромки дела? Он ведь как в город уехал, больше не приезжал ни разу. Женился. Сынок у него. А сюда калачом не заманишь. Много воспоминаний неприятных. Вот твое платье. Бери. Спасибо, Раиса Карповна. Проходи, померяешь. Так, а я сейчас тебе еще платок черный подберу. Наконец. Светка, что случилось? Ничего не случилось. Ты с Сергеем, что ли, поссорилась? Я же вижу, ты сама не своя. Глаза вон заплаканы, ведешь себя странно. А ты бы себя как вела на моем месте? Да не переживай ты так. Ну, хочешь, я тоже с ним поговорю. Глядишь, вместе и уговорим. А вот этого не надо. Чего не надо, Свет? Не надо говорить с моим мужем. Свет, ты чего? Ты с ума сошла? Ха. Вот, посмотри, какой мой Сереженька подарочек тебе принес. Господи, да не нужны мне от него подарки. Нет, ты посмотри. Посмотри, вот. Видишь, как он о тебе заботится? Мне таких подарочков он никогда не дарил. Хожу как пугало. Ты у директора была? Он тебе дал комнату. Ну и уходи отсюда. Свет, да не пущу я тебя в свой дом и в свою семью, понятно? Уходи! Я уйду, конечно. Но ты сейчас очень неправа. Мне твой Сергей не нужен. Тебе он не нужен? Я знаю, зато ты ему нужна. А он если побьет себе чего в голову, так уже не отступит. Галь. Галь, ну не молчи. Ну хочешь, скотиной меня назови, мне легче станет. Галь, ну ты же знаешь, ну я как выпью, ну дурак, ну идиот, кретин просто. Ну прости, ну я соскучился. Все, ладно, ладно. Слушай, ну чего ты ковыряешься в этих вещах, а? Ты для этого, что ли, из больнички сбежал? Ты там лишнего ничего не болтала? Галечка, ну проси, чего хочешь. Вот чего хочешь, с первой получки все тебе куплю. Вот честное слово. Ты Люду не видел? Как она? Как? Вот так. Ничего, не будет теперь свой длинный нос в чужие дела совать. Бедная Люда. Пошла к черту твоя Люда. Слушай, ты куда вот эти вот вещи собрала? Вещи для Люды собираю, ей теперь все пригодится. Ты дура, что ли? Дай сюда. Она нам семью чуть не разрушила, она ей вещи, блин, собирает. А ты не ори на меня. Меня твое мнение не волнует. О как! Отдай. И не подумаю. Коля, я все решила в больнице. Ты больше мной командовать не будешь. И пальцем себя тронуть я тебе больше не позволю. Понятно? Нет, непонятно. Я вообще-то твой муж, ты не забыла? А? Коль, а может нам развестись? Зачем друг друга мучить? Галчонок, ты чего? Галечка, ну что ты такое говоришь? Галюшенька, ну я же люблю тебя. Ты меня любишь. Ну хочешь ты Людке этой
вещи, да на, пожалуйста, я собираю, на. Я же просто хотел, чтобы ты со мной советовалась. Ты обижаешься сразу. Да ну тебя. Ужинать будешь или только бутерброды? Буду. Все буду. Давай, корми меня. На работе времени не было поесть. Так что все, что не предложишь, все съем. Сейчас разогрею. А Людка что, не будет ужинать? Или спать легла? Свет, я вообще-то вопрос задал. Ушла твоя Люда. Что? Куда она ушла? Ей идти некуда. Рассказывай, что у вас произошло? Засветился-то как. Может, она сама решила уйти. Поняла, что мешает. Или кто-то ей об этом сказал? Комнату ей в общаге дали, вот и ушла. Ну и ладно. Нечего по чужим домам ходить, чужих мужей с толку сбивать. Чего? Кого сбивать? Чего ты несешь? А то! Вот. Сапоги твои не взяла. Давай, рассказывай. Выгнала ее, да? Ну и стерва ты, Света. Мы столько лет дружим. Кроме нас о ней некому позаботиться. Неужели ты не понимаешь? Такой заботливый. Про меня тоже не забыл. Деньги на борт оставил. Ей сапоги, а меня на борт. Вот такой заботливый. А может, ты потому ребенка не хочешь, что Людка теперь свободна? Я этот бред больше слушать не намерен. Ясно? Спасибо, все было очень вкусно. Oh, my God.
Люда! Люда! Ой, Галка. Господи, как ты меня напугала. А ты? Ты чё здесь с утра? Ты же у Светы оставалась. Так получилось. Понятно. А ко мне почему не пришла? Ну, я же не знала, что тебя уже из больницы выписали. Да и Николай вряд ли бы обрадовался. А ты сама-то чего раньше времени? Да, Коля сегодня рано уезжал, подвез до работы. А. Я тебе тут вещи кое-какие принесла на первое время. Спасибо тебе. Слушай, ты только нашим не говоришь, что я здесь ночевала, ладно? Не скажу. А вот со Светой я поговорю. Не надо. Пожалуйста, не надо. Ты держись, Людочка. Мы Витю сегодня хороним. Я написала заявление директору, что меня сегодня не будет. Ты передай, ладно? Конечно. Чего ты все утро молчишь, как сыч? Чего не разговариваешь со мной? Обиделась, что ли? Когда к врачу пойдешь? Сереж, ну, может, все-таки оставим ребенка? Света, ты опять? Ну, я боюсь, что, может, я вообще после этого забеременеть больше я не смогу. Да куда ты денешься? Забеременешь, как миленькая. Сейчас медицина такие чудеса творит. Людка даже бездомная босая. Богаче меня в 100 раз. Ты о фирме, что ли? Да зачем она теперь нужна? Сейчас я деньжат поднакоплю и выкуплю ее долю по дешевке. Машину выкуплю по дешевке. Заживем, Свет? Заживем. По дешевке. Все, ноешь, ноешь. Честное слово, достало уже. Чего не видела? Нет, не видела. А где Колычева? Опять прогуливает? Так, у Люды сегодня похороны мужа. Люди в таких случаях заявление пишут. Дни в счет отпуска просят. Так она написала, заявление у Кати лежит. А у Людки всегда все в последнюю минуту. В общем так, Вера, будешь сегодня за бригадира, а завтра посмотрим. И передай Колычевой, что для прогульщиков у меня места в общежитии нету. Работаем! Работаем, девочки, работаем! Да подавись ты своим общежитием. Слышь, а он что, Людке комнату в общаге не дал? Ты же слышала. Не должны родители хоронить своих детей, а учителя учеников. Ну да что поделаешь. Ты, девочка, не стесняйся, заходи ко мне. Чем смогу, помогу. Люд, я что хотел сказать? Ты на Светку зла не держи. Она это здорово. В общем,
Возвращайтесь к нам, если захотите. Сергей, ты едешь? Да, Валерий Николаевич, еду. Люд, мы поехали. Ты прости меня, дочка, что я не зову тебя на поминки. Сама понимаешь, Тамара. Валерий Николаевич, я все знаю. Это от горя. Она отойдет. Время просто нужно. Дениска, Лариса, давайте прощайтесь с мамой и пойдемте в автобус. Мамочка, я тебя очень-очень люблю. Мои хорошие, я вас так сильно люблю. Бегите, бегите в автобус, ребятки. Мама, не пойду. Надо, Ларисочка, беги. Вот как. Бросил. Так тяжело мне без тебя. Но ты не волнуйся. Я детей подниму, я обещаю тебе. Ведь я все выдержу. Я все преодолею. Людочка, не могла тебя одну тут оставить. Горюшка-то. Да я только здесь и не одна, Раиса Карповна. Что ты такое говоришь-то? Ну как можно-то? Похоронила. И надо о живых думать. Тебе ведь жить негде. Я знаю, что подумала. У меня дом большой, живу одна. Не стеснишь. Иди ко мне, а? Вдвоем-то веселее, а? Горюшка-то. Горе. Спасибо вам, Раиса Карповна. Спасибо. Горюшка, горюшка. А что ты так рано-то? Выходной же. Да я ребят в кино хочу повезти. Никифоровна так и держит оборону. Ой, ни в какую детей отдавать не хочет. Говорит, пока у меня жилья своего не будет. А на заводе зарплату задерживают, мне даже квартиру снять не на что. Ничего, Людочка, все устроится со временем. Ну, а Ромка что? В гости не собирается? Да нет. Да я сама виновата. Ром-то, когда жениться надумал, девушку свою привез знакомиться. Не понравилась она мне. Да и видно было сразу, что он не любит ее, а решил жениться от злости. За тобой ведь бегал всю жизнь. Когда ты Витька-то выбрала, вот он и уехал. А я ему говорю, жениться-то без любви грех. А он, мое дело. Ну, поссорились. С этого времени не наведывается. Звонит только. Раиса Карповна, вы простите меня. Ну, не любила я его. Садись, поговорим. Не положено нам с клиентами разговаривать. Здесь деньги за 2 месяца для сына. И для тебя. Мог бы и побольше отстегнуть. Не чужие люди все-таки, сын родной. Когда я смогу увидеть Антошку? Вспомнил. То, что о нем 2 месяца не вспоминал.
Нет его в городе. К маме в деревню уехал. А как же школа? Там же и учится, тебе-то что? Это мой сын. Я не хочу, чтобы он учился где попало, ты поняла? Мало ли, что ты хочешь. Раньше надо было хотеть. Не забывай, мы о разводе. А я замуж выхожу. Ты когда, наконец, мне разрешение на усыновление Антошки дашь? Никогда. Квартира твоя, делить не собираюсь. А сын как был моим, так моим и останется, ясно? Мам, а давай до детской площадки на перегонки? А давайте. Только по команде. Итак, приготовились. На старт. Внимание! Марш! Лариска, догоняй! Беги, беги! Ура! Я первый! Я чемпион! А я олимпийский чемпион! Да в лобу у меня чемпион! И за вами не угонишься. А бабушка нам бегать не разрешает. Ну, потому что она уже пожилая и боится, что не угонится за вами, а вы от нее убежите. Люд, привет! Здравствуйте, тетя Света! Привет! Поговорить надо. Ребятки, бегите, покатайтесь на качельке. Люд, ты прости меня. Я не знала, что ВП тебе комнату не дал. Не думала, что на улицу тебя выгоняю. Мне очень стыдно. А я-то думаю, почему ты от меня по всему цеху бегаешь? Да ладно, я не сержусь, я понимаю. Тебе о своей семье думать нужно. Как детишки? Да пока у свекрови. Не просто им там, но я что-нибудь придумаю. Ты что насчет ребенка решила? Не знаю. Сережка на аборте настаивает. А ты? Я не могу никак решиться. Я ребеночка хочу. Но он тогда точно уйдет. Ну, как одно без мужа невозможно прожить. Ой, прости. Все глупости сморозила сейчас. Да нет, не глупость. Без мужа тяжело. Но дети. Без них-то как жить? Гена, ты подтянул лапки, как в прошлый раз, помнишь? Ты не учи ученого. Принимай работу. Ой, Генк, ты прям герой. Не то, что нас некоторые не любят работать. За собой лучше последи. Так, девочки, не ссоримся, работаем. Итак, сколько простояли? Люда, Люда, тебе с отгрузочной проходной звонили. Тебя там сын спрашивает. Галя! А! Замени меня, я на минуту. О, прям рекордсменка мира у нас по бегу с работы. Дениска! А что случилось? Ты почему не в школе? Я... У меня большая перемена. Угу. Я по тебе так соскучился. Ты мой хороший. А я по тебе тоже очень, очень сильно соскучилась. Я о тебе думаю каждую секундочку. Мамочка, бабушка на нас часто кричит. Забери меня с собой к чужим людям. Я не буду баловаться. Я спрячусь в шкафу, буду там сидеть тихо-тихо. А как же Ларисочка? Она что, одна у бабушки останется? М? Родной мой, потерпи еще совсем чуть-чуть. Бабушка вас очень сильно любит. Она ж просто у нас начальник и привыкла командовать. Она бывший начальник, она на пенсии. Ну что ж, Денис, видно, начальники бывшими не бывают. Денис! Денис! Подожди меня одну минуточку, я тебя провожу. Добрый день, Карповна! Мне бы ковтенку какую-нибудь, ну, так, чтобы поясницу прикрывала, а? Добрый, добрый. Сейчас подберем.
Тебе какой? Подороже, подешевле? Ну, а что это мне подешевле-то? Я чай не нищая. Знаю, что не нищая. Ну, на что ты на такое намекаешь-то, а? Ни на что не намекаю. Давай, выбирай, какое подходит. О! Почем? Ой, 800. Угу. Дороговато. Карпом, ну, за 700, а? 750, больше не смогу. Ну, ладно. А что это ты за прилавком-то стоишь, заведующая, а? Людка платит, что ли, мало? Да не беру я с нее, так живет. А за прилавком сижу, не твое дело. Ясненько. А Ромка-то знает, что она у тебя живет? Ему-то зачем? У него там своя семья есть. О, Карповна, так ты ему не сказала, что ли, а? Карповна, ты его семью-то эту видела, а? А старая любовь, она не ржавеет. Ох, не простит он тебя за то, что ты не сказала. Да хватит. Не больно жалует. Раскаркалась она. Ты чего распереживалась-то? Забирай свою кофту, уматывай отсюда, по-добру, по-здорову. О, расшумелась. Ромочка, здравствуй. Что долго не звонишь? Я ж переживаю, как ты там. А вот сам и скажи, что все в порядке. А я-то? Я хорошо. Я ж теперь не одна. Люда у меня живет. Какая-какая? Одноклассница твоя. Бывшая Майорова. Колчева-то теперь. Все нормально. Явилась. Колычева, ты на официальный договор нарываешься. Устного предупреждения тебе мало. Смотри, а то потом будешь нюни распускать, что премию не дали. У меня сын из школы сбежал, его обратно нужно было отвезти. Вечно у тебя на все отговорки есть. Я тебя покрывать больше не буду. Да ты раньше этого не делала. Господи, ты хочешь, докладывай, мне все равно. Боже мой, кто это? У нас дверь, что ли, открыта? Хозяева, гостей принимаете? Привет, мамуль, вот и я. Ромочка, сынок, приехал. О, да ты не одна. Привет, Ром. Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. А я вот у твоей мамы живу временно. Рома, у нас только новостей, за раз не расскажешь. Ну, я пойду, а то на работу опоздаю. До вечера, Люд. Ромочка, Рома! Детством пахнет. Домом. О! Помнишь, как мы с тобой отмечали? Да, да. В классе самый маленький был. Переживал. Страдал. Да что же... Я так рада тебя видеть, а ты молчишь, да. Молчишь, а? Мам, ну, чего рассказывать-то, ну? Чего? Так уж и нечего рассказывать. Да, ну, мам, ну, я с Наташей уже полгода как развелся. Прости, не хотел тебя расстраивать. Антошку она к матери в деревню отвезла, собирается выйти замуж. Требуют разрешения на усыновление. И ты что, согласился? Еще чего. Мало она из меня кровью попила, так еще сына забрать не получит. Переживаешь? Ну, не без этого. Ты лучше расскажи, как вышло, что Люда у тебя теперь живет. Дом-то у нее сгорел, Виктор погиб. Вот
Недавно 40 дней было. Это ее к себе пригласила? Ну, конечно, податься-то ей некуда было. Она у меня живет, а дети-то у свекрови. Ага. Мам, скажи, а я сильно изменился? Ну, конечно, повзрослел. Не тот мальчишка, что Люду около школы-то караулил, а? Думаешь, не тот? Так у тебя не прошло ничего. Может, и прошло. А может, и нет. Привет, Галочка. Ничего тяжелее букета цветов носить не положено. А? Это ж какие вы белые пушистые. Это у него период замаливания грехов. Просит прощения, в ногах валяется, подарки задаривает. Потом опять башню сносит. Галочка! До завтра, девочки. Пока. Пока. Люд, ну ты поторопилась, что ли? Ромыч тебя заждался уже. Столько лет ждал, ждал. Ты смотри, уже весь поселок в курсе. Сенсация. Старый ухажер явился. Да какой ухажер? Все это в прошлом. У тебя-то да. А Ромка-то может еще надеяться. А что думаешь, он сюда приперся? Сто лет в поселке не видать. Раису Карповну проведать. Угу. Ну дай бог, если так. Ой, как Антошенька вырос-то, а? А где вы снимались-то? Да, на море ездили. О, Людочка пришла. Добрый вечер. Заждались тебя. Ужинать не садимся. Люда, ты совсем не изменилась. Такая же, как прежде. Ром, перестань. Все мы меняемся. Я слышал, у тебя горе. Я не знал. Прими мои соболезнования. Спасибо. Пойдемте за стол. Ужин стынет. Угу. Спасибо, мамуль. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Мам, а помнишь, ты на зиму всегда икру кабачковую заготавливала? Я и сейчас заготовила. Хочешь, сынок? Очень хочу. Сейчас схожу в чулан. Люда, какая же ты красивая. Я глаз отвести не могу. Господи, Ром, какая там красота. Двое детей муж схоронил. По чужим домам вот скитаюсь. Николай не двора. А где сейчас дети? У свекрови живут. Так привози их к нам. Я поговорю с матерью. Будем жить все вместе, как одна большая, дружная семья. Ром, ты чего хочешь на самом деле? Да я жить без тебя не могу. Думал, женюсь, забудется, не получается. Да я, когда с женой спал, я тебя представлял. И все эти годы я думал только о тебе, понимаешь? А тут сама судьба. Ром, ты чего несешь? У меня муж погиб, ты говоришь, судьба? Подожди. Прости. Я неправильно выразился, но ты сама рассуди. Вити больше нет. На кого тебе надеяться? Детям нужна не только мать, но и отец. И я готов. Вот нашла свеженькая этого года. Отличная получилась. Расхотелось, мам. Пойду погуляю. Да как же так, а ужин? Куда ж ты на ночь глядя-то? Куда глаза глядят? Стоп, стоп.
Люда! Люда! Рома, Рома, да ты что в таком виде-то, а? Нормально, видимо, в нормальном. Я всю жизнь ее любил, понимаешь? Понимаю, понимаю, Ромочка. Так вот, она моей будет прямо сейчас. Я так решил. Люда! Люда, открой! Рома, если ты ее столько лет ждал, ну до утра-то подождешь, поговоришь. Господи, на трезвую помоги. Голову. На трезвую голову? Да. Я уже разговаривал. Не получилось. Может, ей пьяно и привычнее. Открой, Люда! Ромочка, не надо. Я все преодолею. Не надо. Сыночек, не надо. Открой, говорю! Тихо, тихо. Открой! Рома, Рома! Люда! Ром, Рома! Ой! Не надо, не надо, сынок. Не надо. Сыночек, не надо. Открой, говорю! Тихо, тихо. Люда! Мам! Что? Где Люда? Я не знаю. Вы что, с ней сговорились, да? Это ты ее надоумила сбежать рано утром? Да что такое говоришь-то? Я у себя была, ничего не слышала. Какой же я дурак был, что тебя вчера послушала. Вот если б ты меня не остановила! И что? Она бы уже моей была, вот что! Да женщину можно взять силой. Удержать-то ее нельзя. Ай! Здравствуйте. Извините, я опоздала? Да нет-нет. Просто у меня привычка приходить раньше времени. Я вызвонила вас, потому что... Я все понимаю, но по договору я не обязана возвращать вам задаток. Но у меня все сгорело. Мне очень нужны деньги. Но я ничем не могу помочь. Я, конечно, понимаю ваше положение, но вы поймите мое. Ну, хорошо. Я постараюсь вернуть вам деньги, но как только появится новый покупатель. Договорились? Спасибо. Откуда двойка по поведению? А? Что молчишь? Молчи, молчи. Я вот деда-то пошлю в школу, там ему все расскажут. Я подрался. А разве мы тебя с дедушкой учили драться? Вот где ты этого нахватался? Из-за чего хоть подрался? Ой! Ты что наделала, а? Ой, моя ваза! Мне ее вручили на конгрессе учителей! Валера! Валера, иди сюда! Она разбила китайскую вазу вдребезги. Ну ничего, ничего, Томочка, ну не кричи. Ну мы склеим как-нибудь. Да что ты склеишь? Ничего уже не склеишь. Выброси! Ну что ж ты наделала-то? Тома! Тома! Дениска, ну скажи ей. Я же нечаянно. Ничего я ей говорить не буду. Линять надо. Как это линять? Драпать, убегать, когти рвать. Поняла? Поняла. Фамилия? Мишутина. Год рождения? 1982. Дети есть? Нет. Какой по счету аборт? Вы же уже не девочка.
Уверен, что хочешь избавиться от ребенка? Что я могу сделать? Муж против. А чего тянул тогда? Направление я тебе, конечно, дам. Но послушай, девочка моя, этот аборт может быть для тебя последним. Ромыч, здорово. Слушай, ну и видок у тебя, а? Прямо как на свадьбу собрался, что ли, а? Чего фирма? Отвали, а. Чего отвали? Может, ты не на свадьбу? Может, ты свататься? Клюки, да? Заткнись. Что заткнись? Ты вот этим решил купить, что ли? Нет, брат, она так не поведется. Там же надо по-другому. Надо как крепость брать. Осадные орудия. Заходишь с тыла. Ты видел, какой там тыл? Может, хватит, а? Чего, хватит? Чего ты... Смотри. Так, все. Галечка. Пока. Пока. Держать тылы. Держать тылы. Чего ты? Люда, здравствуй. Ничего. Прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Люда, у меня просто, как тебя увидел, голову снесло. Ром, пожалуйста, не начинай. Да я ради тебя на все готов. А мне от тебя ничего не нужно. Странные вы бабы какие, а? Не хотите по-хорошему? Девушка! Киска, давай вернемся, а то бабушка заругает, что Лана запрет. Я не боюсь. А я боюсь, ты же знаешь, я темноты боюсь. Боишься? Тогда я тебя назад отведу, а сам все равно убегу. Одна там остаться не боишься? Я устала, у меня ножки болят. Потерпи чуть-чуть. Том! А? А ребята где? Ну как где? В комнате были. Да нет их здесь, сама посмотри. Ну что ты панику-то разводишь? Может, в прятки играем? Да какие прятки? Пойду верхнюю одежду посмотрю. Лариса! Денис! Ребята, вы где? Ребята! Денис! Лариса! О, Господи! Вы где? Их верхней одежды тоже нет! Ну куда ж они могли деться-то? Да куда угодно, лишь бы от тебя. Совсем загрызла их своими нотациями, вот они и убежали. Да хватит эти разборки, заканчивай. Искать надо, заводи иди машину. Я сейчас Люде позвоню. Может, они к ней побежали. Да, Тамара Никифоровна, здравствуйте. Дети не у тебя? Нет. А что случилось? Сбежали паразиты. Как это сбежали? Куда? Я не знаю. Дед вот поехал их искать. Хорошие, вот вы где. Замерзли совсем. Носы какие холоднющие. Поднимайтесь, не сидите на холодном, поднимайтесь. Господи, как же вы меня напугали-то, а? Мам, нам было плохо у бабушки.
Она кричала на нас. Вот мы сбежали к тебе. Вот сорванцы, а? Ну разве так можно? Вы нас очень напугали. Мы к маме хотели. Послушайте, хорошие мои, сегодня вы последнюю ночь спите у бабушки. А завтра мы снова будем жить все вместе. Договорились? Ладно, ребятки, надо ехать уже, а то скоро стемнеет, а Денису урок еще делать. Ну бегите. Беги, Ларочка, надо. Мама, ты обещала. Мы сегодня вместе будем уроками заниматься, да? Да. С чем пожаловала? Я занят. Я согласна. Согласна на что? Я согласна переспать с вами. Только комната в общежитии мне нужна сегодня. Вы поняли меня? Вот видишь, Людочка, пришла. Я же говорил, придешь. А то гордая такая. Я ж к тебе со всей душой. А ты меня тогда обидела, да. А зря. Я ж тебе всегда помогу. Я ж не просто так. Я же отблагодарю. И зарплату тебе повышу, и должность. Ёлки-палки. А ты чё в темноте? Свет, спишь, что ли? Плохо мне. У врача была? Все сделала? Да. Вот видишь, ничего страшного. Ладно, ты давай. Лежи. Я сам себе ужин согрею.
Люда? Люда? Ой, Федор Кириллович, здравствуйте. Здравствуй. Ты что здесь делаешь? Долго рассказывать. Мне спешить некуда. Ты тоже, я вижу, не торопишься. Давай-ка мы с тобой сейчас чайку выпьем. Вот. Ты мне все и расскажешь. Спасибо вам, Федор Кириллович. Вы-то здесь откуда? В области, в кардиоцентре. Сердце чинил. Вот первой электричкой вернулся. Передохнуть решил немного. Ну так что случилось? Да я после пожара у Карповны жила. Да. Комнату в общежитии мне не дают. А дети у свекрови. А вчера они от нее сбежали. Я их забрать пообещала. И обманула. Почему обманула? Карпом не пустила? Нет. Туда нельзя. Туда тоже нельзя. Некуда мне с ними деться, понимаете? Ах. Ах. Вот что, Людочка, бери-ка ты своих детишек и перебирайся ко мне. Федор Кириллович, нет, нет, что вы, неудобно. Что значит неудобно? Я один. Володька сын на севере живет, не приезжает. Ведь не дождусь его. А, у меня, конечно, не хоромы. Удобство на улице. Но места полно. И вы все вместе жить будете. Ну и за мной присмотришь. Все-таки возраст, здоровье уж не то. Федор Кириллович, миленький, да вы же спасли меня просто. Я тогда детей заберу и сразу к вам. Немедленно. Спасибо вам. Всем старат. На покое мне. Скобки, молодец, да-да. Жалко, ага. Сына нет у нас. Кого это еще принесло? Ну, дай проверю. Угу. Подожди, а это что, скажи мне, у тебя за цифры? Я не пойму, это единица или четверка? Здравствуйте, четверка. Мои хорошие! Мамочка! Котята мои, ну что, собирайте скорее вещи, теперь мы будем жить вместе. Ты что это удумала? Ты из дома в дом шляешься. И где и с кем будешь завтра, вообще неизвестно. Да я на тебя суд подам. Ты знаешь, что о тебе весь поселок говорит? Я тебе родительских прав лишу. Что ты молчишь, Валера? Тома, ну перестань. Ну ты же знаешь, что детям будет лучше с мамой. И ты туда же. Да куда она детей-то поведет? К Ромке? У Ромки своя семья. А я там больше не живу. Теперь мы будем жить все вместе у Федора Кирилловича. А как обустроимся, прошу в гости. У учителя? Угу. Это же хорошо. Тома, это же очень хорошо. Люд, только вы не забывайте про нас. Приезжайте к нам чаще в гости, ладно? Обязательно. Тамара Никифоровна, спасибо вам за то, что присматривали за ребятами, что заботились о них. Что я теперь делать буду? Как я без них? Том, ну ты же сама говорила, что тебе трудно управляться с ними. М? Да мало ли что я говорила. Thank you.
Сонечка. Дом-то просто не узнать. Вот что значит женская рука. А как вкусно пахнет. А мы с мамой обед приготовим. Да. Так, все, быстренько мыть руки и за стол. Я первая. Ну что? Все, как ты сказала. Один раз отдыхали по дороге туда, один обратно. Я проследил, таблетку пили. Умница ты у меня. Пойдем. Федор Кириллович, время пить лекарства. Спасибо. Федорочка, вот что. Это ваш внук? Сын. Володька. Давненько он меня не навещал. Знаешь, иногда мне кажется, что и не дождусь его. Этот портфель... Передашь Володьке, если я его не увижу. Тут дневники и письма. Я последнее время писал ему. Просто так. Все, что на душе лежало. Но не отправлял. Зачем ему, здоровому мужику со своими заботами, старческие излияния? А сейчас, знаешь... Хочу, чтобы он прочел. Ну что вы, Федор Кириллович, вы ему сами все передадите. Да я так, на всякий случай. Обещаешь? Хорошо, я обещаю. Слушай, я в обед домой заскочу. Ваньке тушь привезли свиную в кафе. Обещал парной печеночки подогнать. Что там еще? Мясца, сало на засол. Свет, ты что? Ты что? Плохо, что ли? Не обращай внимания. С желудком что-то. Ты мне ничего не хочешь сказать? Света, если ты меня насчет ребенка обманула, я тебе никогда этого не прощу. Не надо мне угрожать. И орать на меня хватит. Лучшую подругу из дома на улицу выгнала из ревности, чтоб только ты не ушел. Все жду чего-то. Чего жду? Молчком все. Сижу, слово боюсь сказать, чтоб только удержать. Напугал, уйдет он. Я уйду. Я точно тебе говорю, уйду. Да я первая на развод подам. А ребеночка я все равно рожу. Ну и уходи. Не пропадем. Люда! Люд! Посоветоваться надо. Иди сюда. Ой, сейчас. Светка, чего такое? Заболела, что ли? Да меня будто каток переехал. Токсикоз замучил. Какой токсикоз? Подожди, ты что? Ну да, да, я Сережке соврала. Ребенка оставила. Господи! Какая же ты у меня умница. А токсикоз это вообще ерунда. Тихо. Скоро пройдет. Ты, главное, сейчас запасись солеными огурцами. Я ими только и спасалась. Ясно. Ну, а Серега чего? Серегу я выгнала. Точнее, он сам ушел. Не переживай, никуда он от тебя не денется. Обязательно вернется. Да? Да. А потом, как малыша увидит, вообще растает. Сам его будет на шее у себя таскать. Твои бы слова, да богу, в уши. Ага. О чем секретничать, а, подружки? А Светка будет рожать. О, как. Неожиданно. Счастливая. Ой, девочки, мои хорошие. Ну, Денис, что вам сегодня задавали в математике? Сложение двузначных чисел. Каких-каких? Двузначных? А что это такое? А вы вправду не знаете? Ну, откуда же мне знать? Если число записывают двумя цифрами, то его называют двузначным. Ага. А если одно, то однозначным. А если тремя? Трехзначным? Правильно.
А если... Дедушка Федя, что? А давай лучше поиграем в шашки? Ха. Вчера ты меня выиграл, а я придумал, как тебя обыграть. Давай, давай, Дениска, тащи. Посмотрим, кто кого. Вот что, Дениска, звони-ка ты быстро маме. Что-то мне совсем худо. Я вам полчаса назад звонила, машины до сих пор нет. Человеку с сердцем плохо, поторопитесь, умоляю вас. Мама, дедушке Феде совсем плохо. Я с ним разговариваю, а он мне не отвечает. Господи, как же мы без вас? Дениска, давай джинсики. Мама, почему люди умирают? Ой, сложный вопрос, мой хороший. Сначала папа, потом дедушка Федор. Плохо без них. Очень плохо, Дениска. Мама, а когда приедет дядя Володя, он нас выгонит из дома? Не знаю. По закону, это ведь его дом. А вдруг он захочет сам здесь жить? Мам, мы не будем мешать дяде Володе. Мы будем вести себя тихо-тихо. Посмотрим, котятки мои. Собирайте пока вон ту сумочку. Здравствуйте. Здравствуй, Лена. Проходите, пожалуйста. Люда, знакомься. Это Олег Сергеевич, нотариус. Очень приятно. Уезжать собираешься? Да вот, готовимся понемногу. Завтра приезжает сын Федора Кирилловича, нужно будет освободить дом. А мы к тебе как раз по этому вопросу. Да, я все понимаю. Так когда нужно съехать? А в этом нет никакой необходимости. Федор Кириллович перед смертью составил завещание, в котором сказано, что права на дом переходят вам. Вот копия завещания. Ну, подождите, я об этом ничего не знал. А это не имеет никакого значения. Главное, по закону дом теперь принадлежит тебе. Так что, как говорится, принимай права, вступай в владение. Да нехорошо как-то. Получается, сыну Федор Кириллович ничего не оставил? Видимо, он посчитал, что вам дом нужнее. Если хотите, вы можете половину дома отдать Владимиру Федоровичу. Да нет, это вообще не по-людски. Это ведь его дом, он здесь вырос. Люда, ну чего сейчас? Приедет Володя, ну все решите. Ну и где ты была? А?
С девчонками встречалась. С девчонками встречалась. А сколько время сейчас, ты знаешь? А? Заболтались. Я не думала, что уже так поздно. Заболтались? А мне кажется, ты мне зубы забалтываешь, а девчонками прикрываешься. Тебе самой не стыдно? Ой, прекрати! Куда ты пошла? Я еще не начинал. Коль, пусти! Я устала и хочу спать! Устала? Че ты устала? Я с девчонками бить устала! А? Где была? Говори! Скотина! Порву! Галя! Галя, открой дверь! Открой дверь! Твою мать! Галя! Галечка, не выводи меня, я же ведь ее вышибу! Ну, скотина, сама напросилась. Вот, курва, а? Ну, ничего. Найду, закопаю, тварь! В общем, я из дома сбежала. Николай совсем озверел, приревновал на ровном месте. И правильно сделала, что сбежала. Ну сколько можно это терпеть? А я это терпеть больше не буду. Галя. Галочка, любимая, прости меня, умоляю. Дурака, ну прости, ну я жить не могу без тебя. Ну, что мне сделать? Ну, хочешь, я на колени встану? Не надо. Этим ты ничего не изменишь. Галя, умоляю, ну прости, но я клянусь тебе, я никогда больше не буду руки распускать. Железно, никогда. Мне это мало волнует, я на развод подаю. Как? Галя, ну, какой развод? Ты что говоришь-то? Ну, подумаешь, ну, поссорились. Ну, с кем не бывает. Ты что, не понял? Это не просто ссора, это конец. Хорошо подумала? Хорошо. Еще раз руку на меня поднимешь, напишу заявление. Пошли, Люд. А ты, Людка, тварь! Мужика своего в могилу свела, теперь мою семью разрушить хочешь? Коля, ты сам виноват. О! Да ты... Я тебе это припомню. Скотина. Там по чужим окнам-то подсматриваете, а? Сейчас полицию вызову. Раиса Карповна, а вы меня не узнаете? Я Володя, сын Федора Кирилловича. Вова, ты, батюшки, как же ты возмужал. Тебя сразу не узнать. Годы, Раиса Карповна. Так а ты чего же на похороны к отцу-то не приехал? Узнал поздно. Сейчас дома никого нет. Людмила только вечером с работы придет. Пойдем-ка ко мне, я тебя чаем напою и отдохнешь. Пойдем. Спасибо. Заходи, заходи, Володь. Рома,
Ма! Проходи, Володя. Ты кто? Это Володя, сын Федора Кирилловича. Ага. Садись, я сейчас чай поставлю. Будешь? Нет, спасибо. Я тебя помню. Приехал, значит. Хватит, Рома. Ма! Вот никто меня не понимает. А я, может быть, жить без нее не могу. Без Людки. Одна надежда на тебя. На меня? Она раньше у нас жила. Пока ее твой отец не приютил. А вот ты вернулся. Дом твой? Так ты ее выгони. И она обратно сюда вернется. А уж тогда я ее не выпущу. Ну, я никого выгонять не собираюсь. А что так? Глаз, что ли, на нее положил, а? Рома, Рома, пойдем, а? Ты смотри, она все равно моей будет. Иди, иди. Вот не понимает человек по-хорошему. Вот зачем, спрашивается, пришел? О, вот и женушка моя. Пойдем домой, поговорить надо. Мне не о чем с тобой разговаривать. Ты че? Коль, тебе правда лучше уйти. Правда? Я вот тебя только не спрашивал, что мне лучше, а что не лучше. А ты сейчас не только пойдешь, ты у меня побежишь. Я тебя как овцу поганой метлой погоню. Пойдем домой. Так, бить ее не смей. Чего? Тебе, может, тоже накернить разок, а? Ну, давай. 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 С женщинами так не разговаривают. Ты че, мужик? Иди куда шел. Я уже пришел, это мой дом. Как? Ты Кирилловича сын, что ли? Да. Николай? Слушай, на пару слов. Тут такое дело. Ты вот эту вот Людку гони в шею поганой метлой. Она отца твоего со свету сживает. Теперь семью мою рушит. Понимаешь? Спасибо. Я сам как-нибудь разберусь. Ну, разберись. Только потом не говори, что тебя не предупреждали. Галь, слушай, пожалуйста, пойдем домой, а? Я получку получил. Если сейчас не пойдешь, я ее пропью. Да хоть насмерть упейся. О как. Смотри, не пожалей потом. Поздно будет, тварь. Пока он по кабакам будет бегать, я успею дома замки сменить. Пойду. Значит, вы Владимир. Я Люда. Это я вам писала. Здравствуйте, Людмила. Вы простите меня, я не знала, во сколько вы приедете. Я бы с работы отпросилась, встретила бы вас. Не хотел беспокоить. В гости позовете? Конечно, это же ваш дом. Еще работает.
Удивительно, но здесь почти ничто не изменилось. Здесь он проверял тетрадки и мои дневники. Владимир, Федор Кириллович просил передать вам этот портфель. Тут его письма, и он очень хотел, чтобы вы их прочли. Ну, вы тогда располагайтесь, я не буду вам мешать. Мне нужно за детьми сходить. Мама, мы будем в домик играть? Котенок мой, не знаю. У нас гости дома. Дядя Володя приехал. Он что, будет с нами жить? Ну, мы пока еще об этом не говорили. Мам, а он нас может выгонить из дома? Дениска, ну почему сразу выгнать? А вдруг он хороший человек? Кулинар я, конечно, не ахти, но картошечку к ужину пожарил. Меня зовут дядя Володя, а тебя? Лариса. Очень приятно. Беги, мой руки. Дядя Володя. Денис. Спасибо. Уснули? Да. У вас замечательные дети. Денис настоящий мужик растет. Лариса просто чудо. Владимир, давайте мы не будем тянуть и поговорим серьезно. Вы сейчас о чем? Вы будете оспаривать завещание? Я не знал, что отец написал завещание. Да, Федор Кириллович завещал дом нам. Но я прекрасно понимаю, что это ваш родной дом, и с моей стороны было бы... Я ничего оспаривать не буду. Дом ваш. Владимир, спасибо вам. Спасибо вам огромное. Вы даже не... Вы мне сейчас оторвете руку. Господи, простите меня, пожалуйста, я... Фу... Просто я так сильно боялась этого разговора, у меня сейчас даже гора с плеч свалилась. Выпейте чаю. Сереж. Хорошо, что я тебя встретил. Вот, держи. Как обещал, за машину. Извини, что так долго. Только сейчас раскручиваюсь. Сереж, а зачем ты работаешь? В смысле? Не понял. Ну, для кого ты зарабатываешь? Витька мой работал для меня, для детей. А ты? Ну, купишь ты себе все, что ты хочешь. А дальше что? Светка, что ли, подговорила? Или ты сама инициативу проявляешь? Дурак ты, Сережка. Хорошо, что Света мудрее тебя оказалась. Ребенок — это подарок судьбы. Это может быть единственное, ради чего стоит жить. И ты это поймешь со временем.
Главное, чтобы не было слишком поздно. Беспредел, что хотят, то и воротят. А детей чем кормить? Кто нам скажет? Да. Да вообще непонятно, как жить. Никаких прав у трудящихся вообще нет. Надоело уже сам. А что за шум? Да на работу не пускают. Говорят, отпуск у нас всех не оплачивают. Объясняю еще раз. Угу. Оборудование окончательно вышло из строя. Директор уже заказал новое. Как только его привезут и установят, мы снова пойдем на работу. А до этого, значит, лапу все будем сосать. Ага. Да откуда я знаю? Я передаю приказ начальства. Ир, а ты как новый бригадир объяснила бы начальству, что оно не имеет права отправлять нас в неоплачиваемый отпуск? Нашла дуру. Я себе не враг. Да какой нам бригадир, так пустое место? Давай, Люд, командуй, говори, что надо делать. Слушайте, ну я думаю, что нужно составить заявление и жалобу с подписями и отправить их руководству компании и в профсоюз. Правильно, Люд, давай пиши заявление. Ну, хорошо, я тогда составлю от имени всего коллектива. Ну а мы все подпишем, да? Да, конечно, подпишем, конечно, подпишем, да. Ловко у вас получается. А вы чего так рано с работы? Что-то случилось? Да отправили всех в вынужденный отпуск. Этикетировочный аппарат сломался. А починить? Да не чинится уже. А чтобы новый купить, решили сэкономить на людях. Все как всегда, в общем. Но мы решили с этим произволом бороться. Каким образом? А думаем составить заявление от имени коллектива с требованиями. Да вы боец, Людмила. Я могу вам чем-нибудь помочь? Ну, нам бы грамотно сформулировать наши требования. Можно попробовать. Сейчас я приведу себя в порядок и пойдем. А куда пойдем? Решать проблемы с вашим начальством. Да не приедут они к нам. Так что, мать, давай, собирайся. Сами к ним в гости поедем. Еще чего? Нас пока еще никто не приглашал. Ты как хочешь. Я один поеду. Один? Нет, я тебя одного не пущу. Во-первых, внукам нужно гостинцы купить. А ты не выберешь. Может, я тогда пойду машину заводить? Ну, заводи. Я с тобой поеду. Ну, вот эта деталь, ее надо посмотреть, и вот. Владимир, простите, а можно я вас под руку возьму? Конечно. Я принесу чертежи. Это вы из-за Романа, что ли? Да. Но он втемяшил себе в голову, что никто, кроме меня, ему не нужен. Думает, раз я осталась одна с двумя детьми, значит, готова броситься на первого встречного. Но на меня же вы бросились. Вон как в руку вцепились. Онемеет скоро. Владимир, простите меня за этот спектакль. Ну, просто вы скоро уедете, а я, по крайней мере, смогу говорить, что влюбилась с первого взгляда и теперь жду только вас. Вы думаете, он поверит? Не знаю, но попробовать стоит. Тогда нужно играть по-крупному. Так эффективней. Ну вот. По-моему, он теперь все про нас понял. Наверняка. Так куда мы идем? Уйдите. Вы подробнее расскажите про конфликт с начальством.
Здравствуйте. Здравствуйте. Нам на часик интернет. Владимир, а зачем мы сюда пришли? Нам нужны конкретные статьи из Трудового кодекса. А быстрее всего это можно найти в интернете. Мы сейчас ваши требования сформулируем так, что ваш начальник даже пикнуть не посмеет. Ну, директор, в смысле. Зачем ты ему эту штуку-то купил, а? Что он с ней делать-то будет? Да он давно такую уже хотел. Не знаешь ты своих внуков. Ну, конечно. Что? Люда еще на работе. Давай заедем, заберем детей, а потом уже вместе к ней поедем. Давай. Ну, давай звони. Сам звони. Хорошо. Веди машину, а я буду звонить. Ну, просто отлично. Владимир, так у вас все складно получилось. Спасибо огромное. Да, Тамара Никифоровна. Здравствуйте. Что-то случилось? А, в гости? Конечно. Конечно, ждем вас, да. Возьмите. Что такое? На вас лица нет? Да, свекровь в гости едет. Господи, у меня еще и ужин не готов. Я вам помогу. Идем? Да. Мам, смотри, что мне дедушка купил. Ну, ничего себе. Они в новый купленный домик. Вы спасибо сказали бабушке с дедушкой? Да. Ну, тогда бегите в дом, переодевайтесь. Руки не забудьте помыть, ужинать будем. Ага. Гостей нежданных принимайте. Вы не гости, вы родные люди. Ну, скажешь, что же. Родные люди. Сами не приехали, небось, не пригласила бы. Тома. Что? Ух ты, красота. Давай распаковывай. А у меня новый пи-спи. Класс, дашь поиграть? Да, дам. Помоги. Помоги. Только осторожней. Домик. Здравствуйте. Здрасте. Владимир. Валерий Николаевич. Там еще есть. Это супруга моя, Тамара Никифоровна. Да. Очень приятно. Давайте я вам помогу. Пойдемте на кухню. Да. Красиво у тебя. Чисто, уютно. Все-таки хозяйка. Люда, вот что. Я хочу, чтобы ты знала. Я была несправедлива к тебе. Ну ладно, что ты, это лишнее. Не лишнее. Здравствуйте, Василий Петрович. Чего тебе, Колычева? Я тебя не вызывал. Вот здесь требования коллектива. Ознакомьтесь, пожалуйста. Колычева, ты...
Нанялась, что ли, портить мне жизнь? А при чем тут ваша жизнь? Согласно трудовому кодексу, в сложившейся ситуации вы не имеете никакого права отправлять... Понял, понял, не тараторь. Помолчи минуту. Я почитаю, что вы тут насочиняли. Сочинения в школе пишут, Василий Петрович, а мы отстаиваем свое право на труд. Ты как заговорила, а? Ну что ж, толково составлено, очень толково. Копии заявления отправлены в профсоюз и на главное предприятие. Людмила, ну зачем нужно было выносить ссору из избы? Ну сразу бы ко мне пришла, мы бы все и разрулили. Давай подумаем, найдем решение, которое бы всех устраивало. А мы уже все решили. Ладно, давай так. Вы отзываете свои заявления, а я изыскиваю возможность оплатить вам отпуска на время установки нового оборудования. Идет? Только если вы не сдержите свое обещание. Вот только не надо мне угрожать. Я и без угроз все понял. Здравствуйте. Колычева Людмила здесь живет? Да. Ой, еле нашла. А как ее увидеть? Она сейчас на работе будет позже. Что-то передать? Да. На тот участок, который она хотела приобрести, нашелся другой покупатель. Я обещала ей сообщить, и мне нужно ей задаток отдать. А что за участок? Ну, они мечтали с мужем там дом построить. Ну, теперь что говорить? Видите, как жизнь распорядилась. А вы можете про участок поподробнее рассказать? Да, конечно. Проходите. Спасибо. Заходите в дом. Спасибо. Победа! Поздравляю. Как все прошло? Все, как вы говорили. Директор даже слова сказать не посмел. Вы такой молодец. Мы бы без вас, ну... Предлагаю отметить победу походом в ресторан. Ой... Владимир, я... Отказы не принимаются. Да я в ресторане 100 лет не была. Тогда тем более. Я считаю, что мы, как боевые соратники, имеем полное право... Спасибо. Спасибо. Перейти на «ты». На брудершафт пить не обязательно. Вино в последний раз пила в прошлой жизни. Я считаю, что не нужно делить жизнь на прошлую и настоящую. Жизнь, она вся твоя, целиком. Вот такая, как есть. Володя, я тоже хочу сказать тост. Знаете, я... Прости. Знаешь, я твоего приезда очень боялась. Ничего хорошего от него не ждала. А ты сейчас сказал про жизнь такую точную вещь. Когда ведь от нее уже ничего не ждешь, она вдруг преподносит подарки. Я хочу выпить за тебя. За то, что ты оказался таким. А я хочу сказать об отце. У него было потрясающее чутье на людей. Я ведь, узнав о завещании, очень расстроился. Подумал, неужели он настолько мне не доверяет. А потом понял, что он это сделал не из недоверия ко мне. Потому что, прочитав твое письмо, я сразу подумал, что этой женщине я отцовский дом отдам просто так. Он сделал это ради твоего спокойствия. Он был очень, очень мудрый.
Я предлагаю выпить за него. За Федора Кирилловича я век буду Бога молить. Он спас меня. Ну и познакомились мы благодаря ему. Все. Хватит тостов. Я и так за вечер уже наговорил больше, чем за месяц. А я только хотел тебя попросить. О чем? Расскажи о себе. У меня была жена. Она умерла 3 года назад. У меня есть сын Алешка. Ему 10 лет. Живет и учится в интернате. Мы месяцами не видимся. У меня вахтенная работа. Я работаю на буровой. Тяжело мальчишке остаться без матери, да и фактически без отца. Ну, в общем-то, выбор у нас был невелик. Ну, а как же Федор Кириллович? Он за счастье бы почел жить вместе с внуком, вместе с ним ждать тебя между вахтами. Виноват я перед отцом. Кругом виноват. Я его письма прочел. Понял, что нужно что-то менять. Нельзя жить по инерции. Только что менять, да как? Пока не понял. Давай потанцуем. Господи, да я и танцевала в последний раз на свадьбе. А мы рискнем. Чего ты тяжесть тягаешь? Не твое дело. Я вот зашел узнать, как ты живешь. Ну, как видишь, все хорошо. Ой. Понимаешь, я к Раисе зашел, а у нее там коляски со скидками. Я решил взять. Ой, хорошая коляска. Очень красивая коляска. Свет, прости меня, пожалуйста. Ой. Я такой идиот. Я правильно сделал, что меня не послушала. Из-за своей глупости я чуть вас не потерял. А я без вас не могу. Я люблю тебя, Свет. Я тебя тоже люблю. Сереж, пойдем в дом. В дом, пойдем. Ты не волнуйся, я сам сейчас. Не думал, что будет так тяжело уезжать. Конечно, нелегко покидать родной дом. Не только родной дом. Володь, мне тоже очень грустно от того, что ты уезжаешь.
Ты ищешь кого-то? Да я думаю, может, хоть бы Ромка появился. Был бы повод тебя обнять. Ну тогда считай, что он тут. И смотрит на нас во все глаза. Люда, у меня к тебе вопрос. Если я вернусь с Алешкой, примешь? Я понимаю, вопрос не своевременный, но если у меня была хотя бы надежда. Володь, ты же меня совсем не знаешь. Почему не знаю? Знаю. Ты сильная, смелая, честная, добрая, вообще красивая. Очень. Меня еще никто так не хвалил. Мне с тобой так спокойно. Я уже забыла, как это бывает. Привет. Привет. Пойдем. Это все благодаря Люде. Вот если бы не она, еще неизвестно, сколько бы Петрович тянул. Да. Девочки, мы все вместе этого добились. Предлагаю завтра собраться и отметить начало нашей новой рабочей жизни. Ну-ка, пойдем. Ну, ты как себя чувствуешь? Тебе работать не тяжело? Да ты чего? Да мне только в радость. Сережка, говори, сиди дома. В общем, не ходи на работу. Слушай, Аня Горочки волнуется, да. Я так за вас рада. Все, как ты говорила, да. Рада ты. А у самой глаза на мокром месте. Что, Володя, не появляется? Господи, почему я такая невезучая? Я встретила человека, с которым мне было хорошо, и потеряла. Уехала, как без вести пропал. Не звонит, не пишет. Ой, нужна ты ему 100 лет. Не жди, не приедет твой хахаль. Ты, что ли, постаралась? А что? Я ему все честно сказала. Как Колычева с начальником шуры-муры крутила. Да как Ромка к ней по ночам шастал, как только Витьку похоронила. Вот стерва. Люд, да ты чего ее слушаешь? Так, ты что думаешь, что Володя дурак всяким сплетням верить? Но он же не звонит. А я все думала, почему? Чего ж плетешься-то еле-еле? Гости у тебя! Володька вроде как вернулся, Карповна видела. Ну вот, другое дело, а то брела как старуха. Добрый день. Здрасте. Как заполошно это? Что случилось? Мне Степановна сказала, что вы Володю видели. Видела. Меня чуть на грузовике не сшиб. А куда он поехал, не знаете? Дома нет его. Да вроде за город, вот там, где новые участки. Спасибо вам.
Знаете, мне не особо интересно, что вы мне сейчас рассказываете. Понимаете? Вам деньги проплачены были? Были. Были. Материалы были? Да, да. Рабочие да. были? Были. Договор заключен, вами подписан. Ну так в чем дело? Ну, понимаете. Условия не выполнены, сроки просрочены, правильно? Значит, я говорю вам, что вы... Тетя, сегодня... а ты кто? Я Люда. А ты Алеша? Здравствуй. Володь, ты что здесь делаешь? Я знаю одну прекрасную женщину. Она хотела на этом месте построить большой и красивый дом. Я решил помочь. Ты... Как ты все это успел? Да я еще перед отъездом договорился. Думал, приеду, закончит. Сюрприз хотел сделать. Тебе удалось. Почему ты не звонил? Нас на дальний объект бросили. Там телефонов не было, только рация. А я ждала, ждала. Ну, теперь мы от тебя никуда не денемся. Алешка.